Новая асфальтированная дорожка появилась на улице Юбилейная. Бонусом к тротуару вблизи пешеходного перехода занизили бордюр. Теперь там удобно пройти всем, в том числе людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками. Грина в магазинах хожу. Ходили наискосок по грязи, а сейчас хорошую сделали тротуарную дорожку. Вместо народной тропы тротуар по всем современным стандартам. Новую дорожку вблизи 19-го дома сделали по многочисленным просьбам жителей. На первый взгляд мелочь. На самом деле заметно облегчила жизнь пешеходам. Я от жителей дома по улице 19 хочу выразить огромнейшую благодарность нашему руководству города за их терпение, за огромную проделанную работу, за четкость и внимание к жителям 115-го квартала. Протяженность тротуара 65 метров, ширина 1,5. Дорожка полностью будет готова в ближайшие дни. Всего в этом году в Люберцах отремонтируют и создадут 34 тротуара. Это очень прилично для нашего городского округа. Мы порядка 15 тротуаров делали именно с ремонтом дорог. Поэтому у нас стоит задача, мы сегодня планируем ремонты дорог следующего года. И в плане дорог мы обязательно ставим ремонт тротуаров. В следующем году дорожно-тропиночную сеть будут развивать, опираясь на обращения жителей округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.